Вместо «Happy Birthday» песни Адели «Хип-хоп». Инженерно-экономический факультет отмечает 22-й день рождения. И если преподаватели ограничились словами, студенты пели хиты из фильмов и отжигали под Кэти Перри. Три номера были от других факультетов в качестве поздравления. Наши любимые факультеты, наверное. Выступали сегодня ФРЭФ, ЭТК, ФКП, танцы, песни. Все было замечательно. Очень порадовало поздравление ФРЭ, такое как душевное, что ли. Это было очень мило. ИЭФ первым в стране открыл специальность информационной системы и технологии в экономике и умудрился несколько лет выигрывать студенческую весну. Еще один козырь – выпускники. Достаточно много успешных выпускников вышло, выпускников факультета, тех выпускников, которые занимают ответственные посты, тех выпускников, которые сами создали свои компании, свои фирмы и сейчас в дальнейшем развивают экономику нашей страны. В этом году заканчивается последний выпуск 5-го курса, да, как известно, мы перешли на 4-летку, и большинству выпускников в этом году исполнится как раз-то 22 года. Поэтому это ровесники факультета, и мы возлагаем на них большие надежды. ИЭФовцы будут веселиться до конца недели. 20 октября у них КВН. Алина Минохарян, Алена Соколовская, Олег Козловский, Максим Максак. Молодежное телевидение «Бугуир».